миллионов канадских фунтов расстрелять, как... Это наша партия! Колхозники будут работать, как я работаю. Счастливую, радостную, зажиточную жизнь. Николай, здорово! Иди постучи! Здорово, мужики! Иди, чего тебе? Валютку из дома не выпустят. Что, она зря сегодня в баню ходила, а? Если помощь нужна, зови! Не стесняйся! Ты выходи, Николай! Шахматы! Всегда пожалуйста! Сеанс одновременной игры! А на скольких досках-то, а? А сколько во дворе найдете, на стольких сыграем? Здравствуйте. Здравствуйте. Вечер добрый. Добрый. Ну, здравствуй. Держи. Ну, сказала же, не давать до еды. Что ж такое? Все, 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 все. Подглядываешь? Ага. Голодный? Как волк. Голубцы сегодня, сколько тебя греть? Да все, что есть. Привет. Привет. Коля! Баба Дуня, да стучаться надо, когда заходишь. Что ж такое? Коленька, я тебя целый день жду. Пропала я, Коль. Как есть пропала. Обчистили, Коль, до копеечки. Ни книжки, ни денег, ничего. Все Светка, Светка Лярва. А на каких мужиков все время всякую шваль нашу фатеру водит? Ну, что ты к Светке пристала? Каждый живет как хочет. Баба Дуня, я вам сколько раз объяснял. Никому ваши книжки не нужны. Никто по ним ничего все равно получить не сможет. Ну, кто-то... Перепрятали и забыли? Нет. Иди, Бабдунь, я мужа только по большим праздникам вижу. Пропадай, я Коля, пропадай. О, Господи, Боже мой. Слушай, я пойду посмотрю, потому что она все равно не умется. Ну что она пристала? Ну что ты крайнешь-то, Коль? Ага, потому что Коля один человек, ладно, а вы все глоеды. Коля, идем, я тебе все покажу. Я тебя прошу. Все, сидеть, мужики. А телетка идет. Идет, Людка, идет. Ну, что ты все клянчишь, а? Перестань, Лен, ничего она не клянчит. Чего я человека угостить не могу? Какой она человек? Даром, что весит 6 пудов. Проходите, не стесняйтесь. Сергей Бежи Павлович. Меня. Это соседи мои. Заходите. Здравствуйте. Здрасте. Тебе иду только товарищ Сталин готовить. Пойдемте. Извините. А это что? Они? Ой! А Светку обзываете? Ну хорошо. Горенько. Баб Дуня. Благодетель мой, да что мне без тебя? Буду без тебя поклоны класть. И за деток твоих, и жене твоей счастья. Хоть она и стерва, и Аудина семя. Без меня ничего не предпринимайте. Спасибо тебе, Горенько. Как всегда, спрячет и забудет. Здравствуй, Свет. Здравствуй. Ну что? Коленька. Кому Коленька, а кому Николай Матвеевич? Ревнуй тебя прям к каждому столбу.
Чего? Еще положить? Давай, давай. Лопну. Дура. Чайник ставлю? Да. Мама Книдлок привезла сладкий. Матвеич! Матвеич! Что? Тут тебе мужик какой-то пришел. А! Иннокентий Кириллович, вы ко мне? Добрый вечер. Заходите. Парадная, наверх и налево. Дверь не заперта. Благодарю я вас. Вас встречу. Благодарю вас. Кто это? Коммерческий директор наш. Я тебе про него говорил. Деньги внутри заводские вел. Голова. Чего ему от тебя надо? Поздно уже. Не знаю. Руки убери. Чего ты лезешь? Идем, кавалер тебя ждет. Да ладно, у тебя тоже есть что завидуешь-то. Только разница в другом. Мои мне платят, а своему ты сама оплатишь. Ну-ка иди отсюда, сучка. Ты за Петькой своим следи, он к Нинке твоей клеится. Я тебе сказала, рот закрой, иди отсюда. Пошла ты! Лёва. Милейшая его жена. Да, что есть, то есть. Самум? До того, как Лизавету родила, в райкоме комсомола военно-спортивным отделом руководила. Перестань. Именным наганом награждена. Коля. Надо же. Что ты? Такая красавица и наган. Опа. Ну, давай чай. Так? Как бы нам с вами конфиденциально потолковать, тет-а-тет? Может, прогуляемся? Погода великолепная. Так за чаем мы поговорим? Мне бы, простите, хотелось без свидетелей. Иннокентий Кириллович, у меня от жены тайн нет. Так, ну что же. Вот и чайник. Ну что же. Так. Мне, в общем-то, а вот это терять нечего. Книдлах. Пробуйте. Так. Вкусно. А что это такое? Позвольте полюбопытствовать. Это тесто в меду. Национальное еврейское блюдо. Моя мама в этом деле большой специалист. Никогда бы не сказал, что это тесто. На вид на орехи похоже. Да и на вкус. Сколько заварки? Хватит? Спасибо, да. Ну что сейчас. Ж, Николай Матвеевич. Осторожно, кипяток. Ну что ж, я не буду вокруг да около. Оль, давай. Придут за вами сегодня ночью. Кто? НКВД. Сделают обыск. Потом арестуют, как обычно. За что? За организацию покушения на товарища Ворошилова. Товарищ Кречетов, вы даете отчет в том, что вы сейчас сказали? Хорошо бы окошко закрыть. Конечно, отдаю себе отчет, конечно. Меня ждет та же участь. Но я уже старый человек. Жизнь прожита. Станет не в моготу. Знаю, как безболезненно прекратить страдания. А вам бежать надо, голубчик. Куда-нибудь. Искать вас не станут. Они знают, что никакой вы не троцкистский. Это провокация. Мила, надо немедленно предпринять меры. Глупо. У меня к вам какая-то симпатия возникла, понимаете? Человек вы талантливый. Самородок в некотором смысле. Жалко. Живете чисто. Жена красавица. Детишки. Уходите. Немедленно. Уходите. Убьют они вас. Поумнее бы что-нибудь придумали бы. Покушение на товарища Ворошилова. Хорошо, не на товарища Сталина. Накиньте, Кириллович, извините нас. Извините. Вы сядьте. Вы чай вот не попили даже. Как ты можешь, мило? Что ты, перестань. Человек пришел в гости.
Ты слышала, что он говорил? Я не глухая. И что ты об этом думаешь? Думаю, товарищ знает, что говорит. Комсомолка, тебе не стыдно? Сядь. Помолчи. Откуда у вас такие сведения, Иннокентий Кириллович? Людмила, простите, не знаю вашего отчества. Не нужно, просто Людмила. Я связан определенными обязательствами. Я ни минуты не сомневаюсь в вашей порядочности. Но согласитесь, существует способ заставить говорить даже самых порядочных людей. Могу только сказать, что всю эту историю с террористическим заговором придумал наш новый директор, товарищ Буланин. Ложь! 2 часа назад он заходил в мой кабинет и предлагал меня отвезти домой на своем автомобиле. О, Николай Матвеевич, так шли бы вы домой. На сегодня дел вроде нет никаких. Квартальный план как с плеч свалился. А если сверху кто будет звонить, так я допоздна здесь торчу, я отвечу. Ступайте, заслужили. И мою машину возьмите. Ему стало известно, что в сентябре на завод приезжает Ворошилов. Донос в НКВД его рук дело. Дескать, на заводе существует троцкистская группа, возглавляемая вашим покорным слугой. А вы, Николай Матвеевич, изготовляете взрывное устройство. И ты в состоянии слушать эти сказки? Ваш дядя, Архип Николаевич Зотов, работал в Реввоенсовете РКК вместе с Троцким. Я дядю этого никогда в глаза не видел. Факт такой был. Факт такой был! Был! Этого достаточно. Зачем это нашему директору? Ему от этого какая польза? Не знаю. Но догадываюсь. Простите, я пойду. Надо кое-что еще завершить. Я провожу вас. Нет, нет, провожать не надо. Я найду дорогу. Жена у вас, Николай Матвеевич, не только красивая, но и умная. Редко такое бывает. Честь имею. Идиотизм какой-то. Ты ведешь себя так, как будто я в самом деле террорист. Я тебя очень прошу, говори, пожалуйста, тише. Мила, что с тобой? Неужели ты в самом деле поверила? Меня ждутся, дождутся. Тварь. Ты что? Ты что? Перестань. Сейчас. Ты о ком? Сейчас. Послушай меня. Нет никакого повода, ни малейшего. Это грязная сплетня, кто-то кого-то подсиживает. Нельзя принимать это так близко к сердцу. Скажи, ты кому-нибудь кроме меня говорил про дядю? Ну что, я сумасшедший? Откуда он знает? Я думаю, ему надо верить. Ты говоришь глупости. За тобой сегодня придут. Коль. Хорошо. Допустим. Допустим, что за мной придут и меня арестуют. Но они сейчас же во всем разберутся и меня отпустят. Ну, что ты нервничаешь? А ты что,
видел когда-нибудь человека, который возвращался оттуда? Хотя бы одного. Что ты молчишь? Послушай. Помнишь Ваксберга? Нашего секретаря по работе. Его арестовали в марте. Меня тогда вызывали на допрос, я была там. Я видела, что они из него сделали. Кусок мяса, он все подтверждал, все. И что мог сделать. И то, чего не мог сделать, даже если бы очень захотел. Ты мне об этом не рассказывала. Потому что, Коленька, об этом опасно знать. Милый, неужели ты правда думаешь, что вот тот человек, который до тебя был главным инженером, что он шпион и диверсант? Он был у нас дома, он сидел здесь, сам мне про него рассказывал. Помнишь, что он толстовец, что он мухи не может обидеть, он хотел взорвать общежитие? Коль, Коль, ты правда в это веришь? Он же признался во всем. Мы же здесь с тобой читали. В правде. Все. Сейчас я соберу тебе вещи, и ты уедешь. Куда? Куда-нибудь, без Москвы. Все, быстро. Да ты что? Ты сошла с ума? Костюм? Вот тогда все действительно подумают, что мне есть чего бояться. Мила. У меня в паспорте стоит штамп о месте работы. Меня никто никуда не примет. Я должен где-то работать. Как вы будете жить? На что? Поедешь к Мишке Никитину в Коломну, скажешь, что я застал тебя с бабой. Или... Или ты меня, я не знаю, наплетешь что-нибудь. Что? Это... Мы это копилим. Мы... Возьмешь. Послушай, Мила, послушай меня. Ты не понимаешь, на что ты толкаешь меня. Это прогул. 3 года. Мила, пришел какой-то человек. Мы его и не знаем, да как следует. Что-то такое наплел. И из-за этого мне ломать всю свою жизнь. А наступит завтра, и никто не придет. И как? Как нам после этого жить? Мы попросим доктора Масальского. Ты знаешь, как он к нам относится? Он даст тебе справку. Мила, послушай, подожди. Ну, остановись. Ну, подожди, я так соскучился по тебе. Собрала вещи. А что ты опять за свое? Коленька. Жизнь моя. Любовь моя. Уезжай. За меня.
Я не беспокоюсь. С нами все будет хорошо. Уезжай. Уезжай. Что ли, Светка? Не угомонишься никак. Ты же людям спать не даешь. Тоскуха, ну потаскуха. Подожди, черт не открывается.
Вот уже открываю тебе все шля... Николай Мазурик! Тихо! НКВД, где Зотовы живут? Через крупную направо, последнюю дверь. Забито! Войдите. Зотов Николай Матвеевич здесь проживает? Здесь. А ты кто? А вы кто? Усекла? Из моих рук. Постановление об обыске. Паспорт давай. Кепки вы сняли, не в хлеву. Так, Альперова, значит, Людмила Осиповна. Кем вы приходите к Зотову? Женой. Чем можете доказать? Вон спят. Доказательства. Хорошо, где муж? Не знаю. Жена обязана знать, где ее муж. А что это я обязана? За вами, за кобелями не уследишь. Тихо! Не валяйте дурака, отвечайте, где ваш муж? Ушел. Куда ушел? Вещи собрал, так думаю, к бабе. Фамилия, адрес. А я что, паспортный стол для вас и кух? Гражданка Альперова, вы отказываетесь сотрудничать с органами? Да успокойте вы детей, разговаривать невозможно. Сами разбудились, сами успокаиваете. Тихо, мальцы, тихо, ну. Тихо. Это ваше, что ли? А чье же? Не по сезону вроде. Петра Алексеевича пальто. Какого Петра Алексеевича? До меня был главным инженером. В марте, еще до того, как вы к нам директором пришли, его в отдел кадров вызвали на минутку. И, ну, он выскочил налегке, с тех пор так и висит. Нехорошо, вы это уберите. Когда ушел муж? Часа два назад. Темно было. Почему вы не спали? Почему одеты? Письмо писал. Что это за письмо? Товарищу Ежову, наркому партии. Хочу просигнализировать о странном необъяснимом поведении моего мужа, Зотова Николая Матвеевича. Настрогал мне, сука, двух детей.
Я его сама посажу. И очень кстати, что вы пришли. Пускай сука сидит. В тюрьме не очень-то покатует. Не жалко мужа-то? Не, не жалко. Куликов, разговорчики. Так, ребята, начинайте обыск. Это злые дядьки, сейчас все уйдут. Мы будем кашу кушать, будем вкусную кашу кушать. Смотри, смотри, давай, пуговки. Чш-чш, я понимаю. Пуговки, пуговки, смотри, смотри, там беленькие, красненькие. Смотри, смотри. Да что ж такое? Да что ж там такое? Да мне не справиться с тобой. Дрянь такая. Сейчас за все ответите. Ты в тюряге у меня сгниешь, отвечай, это Зотов был. Тихо, тихо, мой хороший. Все хорошо, без все. Охренел, начальник. Какой в жопу Зотов. Вон жена его. Я чё, лярва какая последняя, чтобы бабы с детишками мужика отбивать. И чё ты мне пушкой ты своей в живот тычешь? Животик чай не для того предназначен. Я сейчас... Гражданин начальник, это не Зотов, это к ней мужик пришел. К ней каждый день приходят новые мужики. А иногда по двое и по трое, потому что она проституткой нигде не работает. Чё раз сквасывать, да? Тихо. Это я не работаю, да ты у меня за эти слова будешь свою печень жрать. Вытащу печень и жрать заставлю. Начальник, я в Т-костюме, я сторожем работаю, сутки через трое, честно. Ничего подобного, ни сутки, ни через трое, она не работает, она вам врет. Я тебя убью сейчас! Чёрт меня! Заткнись, падла! Так мы обыскиваем или как? Азотов за 2 часа до того, как пришли, ушел. А до этого к ним какой-то мужик приходил с тросточкой и в очках. Да? Кто приходил? А я-то че знаю, шушукались. Ну она же вам врет, она же его чаем поила. А че я его выгнать должна была? А чего ты чужого человека-то чаем поила? Конечно, ты тварь, Ленка. А ты вообще молчи, сучка пучеглазая. А попробуй! Молчать! Ну че насчет обыска? Так, обыскивать не надо. Дверь опечатать. Ее с собой. Да какой с собой? Какой с собой? У меня там дети маленькие. Да вы что? Ну я сейчас орать начну! Стоять! А вот орать я тебе не советую! У меня и так нервы на пределе. Меня за это по головке не погладят. Детей своих ей отдашь. Я не возьму. Возьмешь. Я тебе не оставлю, Светка. Возьмешь детей. Зарда тебе поможет. Матери позвони. На кухне ее придержи. Слышишь? Стой здесь. Эй! Больную свою заберите! Ой, вы ее не трогайте, пожалуйста! Она больная, инвалидка, она вам ничего не сделает! Людка, Людка, ты об детях не страдай, я Светке подсоблю. Закройся. Пошли. Сам попрось, старать начать. Давай. Куликов, останешься здесь. Если этот гад объявится, не церемонься.
давай. Кто бы это в такую рань? Твоя мать совсем оглохла, не может подойти? Ты сам ей запретил подходить к телефону. Старая дура, весь дом поднимет. Иди возьми трубку. Алло, вас слушают. Это ты, Рахиль? Это я. Людмилу взяли. Как? Увезли. Дети остались одни. Скажи Софье Сергеевне, пусть срочно приедет. Мне домой нельзя. Ты где, Коля? Это не телефонный разговор, Рахиль. Все очень плохо, Рахиль. Я не могу по телефону объяснить. Скажи маме, пусть приедет прямо сейчас. Все, я вешаю трубку. Что случилось? Это Николай. Людмилу взяли. Этого не может быть. Как взяли? Николай просит, чтобы ты срочно приехала. Дети одни остались. А он куда делся? Он не может. Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. Перестаньте. Перестаньте причитать. Очень даже может быть. Очень даже может быть. Ваша милая дочка работала в райкоме комсомола. Сейчас берут их всех во главе с их начальником. Я должна ехать на Колпачный. Никуда вы не поедете. У вас не одна дочь. Вы что хотите? Чтобы арестовали меня, Рахиль? Вы этого хотите? Замолчи, пойди оденься. Да! Это мои внуки. Ты что, хочешь, чтобы они одни остались? У них есть отец. Интересно, почему это он не может пойти домой? Значит, не может. А? Значит, боится. Я тоже боюсь. Но это его. Его дети. Я все равно поеду. Мои. Все равно поеду, чтобы вы не говорили. Можете тогда там и остаться. Я думаю, ей лучше на улице сегодня переночевать. Да пошли вы. Знаете куда? Идиотки. Лицом к стене. Что? Повернись к стене. Не, ну, я так полагаю, товарищ Маркелов, его кто-то предупредил. Короче, все изложишь в рапорте на мое имя. И про то, как упустили неизвестного мужчину, тоже запиши. И моли Бога, чтобы это был не Зотов. Нет, соседи точно говорят, что это был совсем другой человек. Соседи, знаешь, разные бывают. А то, что вы обыска не произвели в квартире, это серьезная ошибка. Так кто же знал, что это сумасшедший буянить начнет? Так это страшное дело. У нее сиськи во, жопа во, еще драться лезет. Кротов, ну подбирай выражение, не в пивной все-таки. А что мне с этой задержанной делать? Документов на задержание нет. И она Зотову не жена.
Напортачили, крот. Напортачили. Мы когда приехали, она не спала. Она донос на своего мужика строчила. Разрешить? А что ты, Кротов, важные документы у себя в кармане держишь? Виноват. Где она? В коридоре. Нарушаем инструкции, Кротов. Нарушаем. Ну-ка, веди ее сюда. Так я подожду. Ты пока рапорт пиши, милый мой. Дуй. Есть. Войди. Присаживайтесь. Сюда? Да. Фамилия, имя, отчество, год, место рождения. Мои. А здесь кто-нибудь еще есть? Альперова Людмила Осипина, 1913 год, город Орша. Угу. Ой, слушайте, вы на эту. На артистку, похоже, из кино. Как ее? Я не помню. Зотов Николай Матвеевич, кем вам доводится? Отец моих детей. Давайте-ка по форме. Зотов Николай Матвеевич и так далее. А что? Что Зотов Николай Матвеевич? Ну? Отец моих детей. Настрогал мне двух детей и смылся. Зотов Николай Матвеевич, ваш муж? Ну хорошо, давайте считать, что муж. 5 лет как сошлись. Муж. Смылся, говорите. А куда это он смылся? Не знаю. А вот там соседка. Когда наши люди были, они застали там мужчину какого-то в нижнем белье. Случайно не ваш благоверный? У Светки? А вы думаете, что я, если бы я у Светки муж своего застала, я бы как ваш его упустила? А, мы извиним, значит, да? Хорошо. Вот какая, значит. Вам бы в артистке Людмила Осиповна. У вас и внешность, и талант недюжинный. Мне гражданин начальник домой. У меня сын годовалый, я его грудью кормлю. Еще 30 минут и молоко сцеживать придется. Неудобно как-то. Ну, ничего, ничего. Ну, а если будете помогать нашим органам, глядишь, за полчасика и управимся, верно? Сдается мне, что муж ваш, Людмила Осиповна, никакой не к бабе ушел. Вот что. Ну, деньги из заначки забрал. Мы там диски дочки на велосипед копили. Сочувствую. Всей душой. Ваш муж каким-то образом узнал, что мы за ним придем. Потому и подался в бега. А, кстати, то, что мы за ним придем, вы что же знали, верно? Я? Ну? Откуда? Я не знал. А. А он знал. Знал, наверное. К нему же мужик вечером приходил. Они шептались там. Какой мужик? Я его не видела никогда раньше. Ну, такой лет 60 ему, наверное. Одет красиво, хорошо. 10:00 пришел, они в комнату сели, разговаривали там. Меня на кухню отправили. Ну, я на кухне там пока чайник на приму ставила. Потом вернулась, этот мужик ушел уже. А Николай мрачный стал. Я у него спросила, мол, так и так, что хотел, кто такой. Он не ответил ничего. Этот приходил? Он. Интересно. Это уже интересно. Thank you.
Это же общежитие. Да. А где вход? Да. Спасибо. Здравствуйте. Вы к кому? Никитин Михаил. В какой комнате проживает? А вы кто ему будете? Друг я его. В гости приехал. Документы. Не похож? Молодой, красивый был. Да ты и теперь ничего. Сойдешь для сельской местности. В пятом он и проживает. Постучись к нему. Верка из седьмого бегает из бухгалтерии. В седьмом 4 девки живут. И все шалав. Ну скажи, разве не удивительно? Да-да. Я пойду. Спасибо. По коридору налево. А вы кому, товарищ? Здравствуйте. Я к Михаилу Никитину. Слушайте, у него же там... Кто там? Миша! Миш! Это я, Николай. Кто? Николай, Николай! Колька! Колька, здорово! Здорово, Колька, слышь, ты... Ты что, ты один или с Людкой? Я один. Слышь, Коль, тут такое дело, там у меня ты... Подожди тут 2 минуты, я сейчас, я тебя позову, ладно? Ты молоток, что приехал? Коль, сейчас, сейчас. Не пускает? Ваш друг трудится. С утра до ночи. Да. Скорее с ночи до утра. А вот когда наши люди приходили к вам на квартиру, вы писали заявление на имя наркома Ежова. Это что ж вы такое там писать-то хотели? Злая была, видно. Напрасленно хотела написать. Надеюсь, теперь понимаете, что никакую не напрасленно. Мужайтесь, Людмила Осиповна. Мужайтесь. Муж ваш замешан в крупном террористическом заговоре. Так что давайте-ка, голубушка, садитесь-ка к столу, берите бумагу и давайте писать. А я вам помогу. А если он не к бабе ушел, то что его будут топить? Вы детей своих увидеть хотите или нет? Садитесь и пишите. Под мою диктовку. Я подскажу. Отпусти тогда. Отпущу. Диктуйте. Этот приходил. Он. Интересно. Это уже интересно. А вот когда наши люди приходили к вам на квартиру, вы писали заявление на имя наркома Ежова. Это что ж вы такое там писать-то хотели? Злая была, видно. Напрасленно хотела написать. Надеюсь, теперь понимаете, что никакую не напрасленно. Мужайтесь, Людмила Осиповна. Мужайтесь. Муж ваш замешан в крупном террористическом заговоре. Так что давайте-ка, голубушка, садитесь-ка к столу, берите бумагу и давайте писать. А я вам помогу. А если он не к бабе ушел, то что его будут топить? Вы детей своих увидеть хотите или нет?
Садитесь и пишите под мою диктовку. Я подскажу. Отпусти тогда. Отпущу. Диктуйте. Мацони хочешь? Хороший мацони сегодня получился. Вали! Че, давай, продолжай. Папа, папа, посмотри, я на мотоцикле. Ну ладно, сейчас. Спасибо. Пойду я. А вы чего встали? Ну-ка, идите домой. Пошли! Пошли! Этька у Светки в комнате наелся и спит. Ну, Колька, давай. По случаю встречи треснем водочкой по 100 грамм. Опа. Так, давай. Тут картошечка, огурчики. В общем, живем не тужим. Ух. Вера-то убежала? А ты откуда знаешь? А, вахтерша? Понятно. Слушай, Верка, она меня, знаешь, она как кошка просто. Я даже боюсь, серьезно говорю. Это не баба, это какой-то 100-тонный паровой молот. Клянусь тебе. Ладно, бог с ней. Что у тебя там? Как твои? Как Людка? Как дети? Нормально.
А чего им сделается? Как Этька? Болтает, небось, уже? Угу. Ты чего? Ему год только. Ну, так мужик уже. Слушай, а ты чего не сообщил, что приедешь? Я тебя вообще не ждал. Что, может, случилось что, а? Ничего не случилось. Так. Что так-то? Ты что темнишь? В общем, ушел я от Людки. Чего? Да ничего, русским языком тебе говорю, ушел от Людки. Коль, ты что, совсем, что ли? Застала она меня с бабой. Ну и выгнала. Ты же ее знаешь. Ну ты сволочь, Коля. Да ладно, по пьяни ничего не бывает. Ну ты гад, а? Ну а ты-то чего взбеленился? Да потому что врешь ты все. Врешь, как шелудивый пес. Ты не мог что-нибудь поумнее придумать? Ты же сам говорил, что мы с тобой как братья. Ты что, не доверяешь? Не доверяешь? Ну хрен с тобой, ладно, ладно. А ты хочешь, чтобы я в свои дела тебя втягивал, да? Ты этого хочешь? Коля, я хочу, чтобы ты мне перестал врать. Ты можешь мне сказать, твою мать, что случилось? Приходили сегодня за мной. Ночью приходили. Так а почему ты здесь? Потому что сбежал. Все. Больше ничего не скажу. Я руки в кровь стерла. Не могла раньше отозваться. Спала. Да кому другому лапшу на уши вешай. Спала она. На собой, небось, что хотела сделать, да? Угу. Баб, Дунь, неси Этьку! Тебя по уши мокрый жрать, как волк хочет. Тебе сердиться, я скажу. Баб, Дуня! Да иду уже, иду. Вот. Вот, мама твоя. Все. Давай. Уйдите от меня уже. Ты нужна ты мне больно. Бабдунь, пойдем отсюда. Кидай. Да я хотел. Пойдем. Спасибо, что с детьми посмотрела. Давай, спасибо, все в задницу засуну. А как ты сбежал-то? Меня Людка из дома выгнала. Понимаешь, она говорит, никто тебя искать не будет. Они лучше нас с тобой знают, что ты никакой не шпион. Так, подожди, подожди. А Людка откуда знала? Ты нашего коммерческого директора помнишь, Иннокентия Кирилловича? Ну? Он вчера вечером к нам пришел и предупредил. А он откуда узнал? Не знаю. Не сказал. Мне, я так полагаю, самому надо идти. Тогда Люду отпустят. Как думаешь? Подглядываешь. Ага. Привет. Привет.
пойду. Куда, Коля? Скажи мне, где у вас эта контора? Сядь. Людке там быть никак нельзя. Она этика грудью кормит. Отсюда позвонят. Всего-то делов. Слушай, не маячь, сядь, я сказал. Что тебе Кречетов еще рассказывал? Бред какой-то. Понимаешь, будто наш новый директор Буланин. Ты его не знаешь. Как же не знаю? Знаю. Говно, ваш директор. Вот будто он в НКВД донос написал, что у нас на заводе троцкистская террористическая организация. Цель убийства Ворошилова. Он к нам в сентябре должен приехать. Нифига себе. Ну как думаешь, Миш, там быстро во всем разберутся? Может быть, может быть. Только я, Коля, что-то не встречал подобных случаев. Коля, оттуда еще никто и никогда не возвращался. Мне Люда то же самое сказала. Что с ней будет, Миш? Может, письмо товарищу Сталину написать? Коль, надо подождать дня 2-3. В общем, если Людку не выпустят, то придется тебе идти, ничего не сделаешь. А если выпустят, ну тогда уж будем думать, что и как. Я сейчас пойду к вахтерше, скажу, чтобы тебе здесь раскладушку поставили. У меня поживешь. Миш, если что, я ничего тебе не говорил. Сказал, что приехал в гости в отпуск. Ладно. Коль, только там не дураки работают. Я сегодня выгляжу просто отвратительно. Кошмар какой-то. Ну, что вы хотите? Плохо спала. Темные круги под глазами. Кошмар какой-то. Ужас какой-то. Не могу промолчать, Галина Викторовна. Уж извините. Вы замечательно смотритесь. Да? Да. Небольшая усталость вам только к лицу. А вы, Моисей Леонидович, известный дамский угодник. Умеете сделать женщине комплимент. Клянусь, чистая правда. Перестаньте, Моисей Леонидович. Вы, наверное, всем вашим клиенткам это говорите. Нет. Но все равно, мне приятно слышать это от вас. Оп. Должен вас огорчить, но вам придется теперь на укладку приходить ко мне в парикмахерскую. С какой-то стати? Директор мой, совсем извините, озверел. Грозится написать на меня в фининспекцию. А он знает, кто мой муж? Что вы? О своих дамах я ничего и никому. Вот и напрасно. Вы скажите ему, что обслуживаете жену комиссара госбезопасности второго ранга, и что она не собирается сидеть в общем зале со всякими... Ну, вы понимаете, да? Напишите, пожалуйста, мне его фамилию и номер вашей парикмахерской. Хорошо. Ему позвонят, и все уладится. Хорошо. Позволяй ему хамить, я тебя умоляю. Простите, я на секундочку выйду. Да, конечно. Долго вы будете решать свои проблемы? Мне же дама. А? Решили ехать? Поезжайте. Я подумал, ничего страшного. Все-таки у вас там внуки. Только ведите себя аккуратно. Помните, какие у меня бывают люди. Пошла бы ты тоже. Прогулялась. Чего это, Людка? На скрипке играю, не видишь? По что стирать собралась? В воскресенье, грех. А я бабдынь-комсомолка, неверующая. А, от того-то все ваши напасти, от того-то вы дружка дружке в горло тыцепились. Бабдынь, ты сама в церковь не ходишь. По рам не хожу, а себя соблюдаю. И... Отстань от меня, ради бога!
тебя тошно. Мне надо делать что-нибудь, а то на людей начну кидаться. На тебя на первую. Если тебе вообще под хвост, так стирай. Только окно открой, потому как жарко. Тебе жарко, ты открой. Ой, ой, понесла. Борща хочешь? Хороший, нажористый такой. Ложка стоит. Не, Лен, не надо мне твоего борща. Ну, гляди. Ну, и что случилось? Твой Мишугин муженек поднял нас в 5 утра. И ничего не объяснив, бросил трубку. Мам! Потом позвонила твоя ненормальная соседка. Сообщила, что ты заболела. Тогда чем? Она говорит, приезжайте сами, немедленно все увидите. Но я приехал только для того, чтобы все сказать твоему мужику, что я о нем думаю. А может, ты скажешь здравствуйте? Ты знаешь, что у меня больное сердце? Твой муженек тоже об этом знает. Бабушка! Ты мое счастье. Кусок таланта. Я тебе коровку привезла. Я же знаю, что ты обожаешь их. Только возьми 2 штучки. Сладкого тебе вредно. Угости тетю Лену. Да не надо, спасибо. Берите, это Нинке. Фух. Зачем ты топишь в такую жару печь? Пойдем в комнату. Сумасшедший. Лена, почему вы не возражаете? Сумасшедший дом. Ну? Где же Николай-то? Ушел. Поругались. Нет, просто ушел. Как ушел? Куда ушел? Не знаю, мам, ногами ушел. Как ты разговариваешь с матерью? Ты знаешь, что мне нельзя нервничать? Неужели так трудно просто объяснить, что произошло? Трудно. Сначала он ушел. Потом приехал НКВД. Меня забрали на Лубянку, допрашивали. Потом привезли сюда. Какой ужас. Боже мой, а с кем же оставались дети? Ну, ты же только что приехала. Но он ничего толком не объяснил. Рахиль вообще решила, что это розыгрыш? Какой ужас. Дай мне капли. Ой. Он сказал, когда он вернется? Мама, он не вернется. Как? А как же ты? Вам же надо на что-то жить. Пойду работать. А дети? Ну, я думаю, ты поможешь. Я? Во-первых, у Василь тоже семья, я там тоже нужна. А во-вторых, у меня слабое сердце. Тогда ты зря приехала. Какая ты жестокая! Вся в отца! Он бросил меня, когда тебе было 12, Рахильке 14. Он проигрался на бегах. У нас все описали, все! Мама, я слышала это 100 раз! Дядь Вась! Открой! Кто там? Это я, Николай! А ты мне скажи, ты вот раньше или позже не мог прийти? Николай? Николай, я по сталинской конституции имею право на отдых. Скажи, имею или нет? Кто бы спорил? Садись. Садись. Смотрю, большим человеком стал.
На машинах разъезжаешь, как граф. Ну? Не-не-не, я не буду. Мне на работу, и Люда не любит, когда от меня водкой пахнет. Люда, Люда тебя все не полюбит. Даже если тебя скипидаром будет разить. Давай, Николай, не заносись. Со свиданницем. Принес. Принес? Сам делал. Ага. Только не смогу больше этим заниматься. Как так? Главным инженером назначили. Теперь я с этим бороться должен. Ты нахрена в инженер попёрся? Ты своими руками больше бы сработал. А руки у тебя, это я тебе скажу, а тут надо растут. А я что, просился, что ли? Назначили. И не посмотрели, что беспартийный. Доказали, стало быть, доверием. Ага. Деланы. Тоже кое-чего умеем. Ну, спасибо. Все, я возьму. Ну, куда ты? Вот вы молодежь. Вот вы молодежь, с хорошими вещами обращаться не умеете. Вот видишь, я газетку в носочки набил. А? А теперь мы их завернем по отдельности, чтобы они не терлись друг от дружку. Верка-то твоя, небось, сердится на тебя. Приютил какого-то мужика, и вся любовь под откос. Ничего, потерпит. А то мне от нее уже никакого спасу нет. Слушай, ну просто удивительно неутомимая женщина. Я по заводу как тень уже хожу. Даже вон наш директор, Еронин, при всех моим здоровьем интересовался. Говорит, не надо ли вам, Михаил, к врачу? Хромой такой? Ну да, знаешь его? Ну так. Виделись пару раз. Да. Хитрый бес, про всех все знает. А сейчас вообще лютует. Чего так? Да вот надо нам к Ноябрьским кровь с носа новый тепловоз выкатить. Он самому хозяину обещал. В общем, если не выкатит, хана нам всем. Да, если обещал, конечно. Ну вот. У нас же в электротехнике никто не бум-бум. Ха, а что ты хочешь, все паровозостроители? Слушай, мне мыслишка одна в голову пришла. Понял я, кажется, твою мыслишку. Так а чего? Ты же в электротехнике величина. Ему сейчас электрик позарез как нужен. Ты понимаешь, если он тепловоз не выкатит, ему же вредительство пришьют. Не били. Ты Катьку знаешь, со скатертного переулка. Так и делали. Не выкидыш. На пятом месяце была. Ужас. Суки. Так что считай, что тебе повезло. Да, повезло. Люд, слушай, я тут... Ты, пожалуйста, не отказывайся сразу, ладно? Ну, Зарт, ну перестань. И убери. Спасибо тебе. Слушай, сколько здесь я тебе отдам? Не знаю, ей-богу, не знаю. Я так на всякий случай в заначку собирала. Я тебе ничего не давала, ты мне ничего не брала. Давай. За наших детей выпьем. Спасибо тебе.
Что же вы так с матерью-то, а? Не знаю. Тебе на работу надо устраиваться. А детей куда ты денешь? Кто с ними будет сидеть? Придумаю что-нибудь. Там знакомая есть. В райсовете она инспектор по делам дошкольных учреждений. Угу. Подарщик какой-нибудь сделаю, она пристроит. А если что, можешь ко мне подбросить? Где 5, там и 7. Голодными не останутся, ты же знаешь. Да я, мать, понимаю, на самом деле. Ну, куда она? Как она ко мне переедет? Там и серая хель вообще сосуда живет. Такая тварь. Бабника. Изменяет ей с дамами с этим. Ну, чего она за него держится? По мне, я бы внучку кастрировала. Да уж, не завидую я твоему Варде. Вдруг его бедного. Девочка, дурочка, какая-нибудь соблазнится. Да он мне никогда не изменит. У него после меня сил ни на что нет. А потом где он еще такую красавицу найдет? Че ты ржешь, как корова? Ты мне сейчас детей разбудишь. Видишь этого мужика? Ну так заводи. Давай сейчас обгоним его и остановись. Вы меня арестовываете? Уж и не знаю. Уж и не знаю, как начать. Эштат, Моисей Леонидович. До нас дошли сведения, что вы у себя на дому организовали частное производство. А патента не имеете. Стало быть, налог в казну нашего советского государства ни копеечки не платите. Как это называется? Я это не по своей воле. Честное благородное слово. Это дамы. Ну, не желают, чтобы я их обслуживал в общем зале. Они правы. Так как вы их обслуживаете, в общем зале не обслужишь. Бутербродик не желаете? Нет, спасибо. Да что ж такое-то? Понимаете, они жены очень высокопоставленных людей. Да, я в курсе. И да. Они бы не хотели, я знаю, чтобы ладно, кто-нибудь все, их... Что? Я сказал, заткнись! Живет в отдельной квартире, в престижном районе, как авиатор, как видный ученый. А кто живет? Нет. Да какой ты там сраный жид-парикмахер? Я из тебя эту буржуазную дурь выбью. Я сделаю так, что эти высоковоставленные мужья разом узнают, как ты этих жен обслуживаешь. От тебя пыль останется. Я не виноват. Они сами. Что в саквояже? Что в саквояже у тебя? Что я спрашиваю? Инструмент. Я всегда своим инструментом работаю. Я не знаю, что мне с тобой делать. Простите меня, пожалуйста. Не знаю. Ну вот, подпиши это заявление. Отпущу. Я подпишу. У меня и химический карандаш есть. Какой карандаш? Химический? Ты почитай сначала. Может, ты там себе смертный приговор подписываешь. Карандаш химический. Прочитал? Я не могу без очков. Это заявление о сотрудничестве. Подписав его, ты становишься внештатным, секретным сотрудником наших славных органов. Тебе даже зарплату будут платить. Хотя на кой черт тебе зарплата? У тебя и так денег куры не клюют. Я с удовольствием подпишу. Вот перо. Сегодняшнее число и подпись. А, да.
Вот. А что я должен буду делать? Будешь приходить сюда по вторникам, каждую неделю, в 7 часов вечера, и подробно докладывать о своих высокопоставленных особах. О чем они разговаривают, что им нравится, что не нравится. Ну и расскажешь заодно, как ты их там обслуживаешь. В подробностях очень интересно. Ну. Вот так. Я могу идти? А куда ты так торопишься? А, очередная дамочка дожидается где-нибудь. Нет, нет. Ну-ка, давай для проверочки. А у тебя Шурин есть? Да. Так, как зовут Шурина? Николай. Николай, фамилия? Зотов. А, Зотов так. Николай. Что можешь о нем рассказать? Ну, давай, давай, быстрее. У меня с ним никаких отношений. Ага. Разве что в прошлом году у него электрический бигуди приобрел. Вот что другое, а бигуди... Ты же что? А? Нанимал! Про бигуди выслушивать! Когда был с ним последний контакт? Ну, вспоминай. Третьего дня. Так. Рано. Но? Часов 5 позвонил. Ах, позвонил. Да. Так, сказал, что Людмилу, сестру жены, арестовали. Ага. Что дети одни. Ага. Значит, позвонил. Да. Интересно, да. Что, и как отреагировали? Теща моя. Так. Софья Сергеевна к ним поехала. Ага. Я был против. Так. Ну-ну. Когда теща приехала, Людмила уже дома была. Ну, они что-то там с матерью подцапались, и она мать из дома выгнала. Тварь. Ага. А денег не дала никаких? Что я, больной? Я просто... Что значит больной, не больной? Зотов, между прочим, хороший, честный, советский человек. Только вот пропал. А куда он мог пропасть? А? Куда он мог пропасть-то? Людмила говорит, к какой-то бабе ушел. И что, правда, думаешь? Вот. Они дружно жили. Вот. Отправь-ка ты свою жену к сестре. Угу. Денег дай побольше и не скупись. А она пусть разузнает, где этот Зотов находиться может. Понял? Угу. И это будет твое первое настоящее задание. Угу. Иди. До свидания. Я в тебя верю. До свидания. Эштат. Моисей Леонидович. Людка не звонила? Ну что, ты с ума сошел? Ты же знаешь, что это за характер. Как думаешь, где Николай? Ой, я не знаю. Но мне кажется, это все вранье, что он какой-то бабе другой ушел. Это невозможно. Его, по-моему, кроме Людки, никто никогда не интересовал. В отличие от некоторых. Опять начинаешь? Сам спросил. Завтра с утра поедешь к сестре. Отдашь. Узнай у нее, где прячется этот засранец. Не поеду я с ней в ссоре. И потом я за мать на нее в обиде. Не поеду. Поедешь. Не перечь, ты меня знаешь. А какая тебе разница, где Николай? Значит, есть разница. Почему ты так расщедрился для них? У меня вон все туфли дырявые. Ты даже на ремонт не даешь. Не то, что на новые. Замолкни. И учти, я должен точно знать, где Николай. Не сможешь выпытать это у своей сестренки, домой не приходи. Убью, паскуда.
Да, я знаю. Что у тебя, Никитин? На пару слов, Петр Нилович. Давай в темпе. Меня в литейке ждут. Только насосы нужны помощнее. В общем так, Петр Нилович, не справиться нам с электрооборудованием, до праздников никак не справиться. Что я от вас, Михаил Евгеньевич, никогда больше таких слов не слышал. Иначе сочту вас паникером и саботажником. А с ними разговор короткий, ясно излагаю. Петр Нилович, нам бы специалиста по электротехнике. У нас же никто переменные от постоянного тока отличить не может. А там такие агрегаты, ну сам черт голову сломит, ну... Вот. Чтобы нам свои головы не сломать, поезжай в Москву. Найди специалиста. У меня тут друг приехал из Москвы. Коля Зотов, может, вы его помните? Мы с ним вместе на Москабеле до 35-го работали. Он и сейчас там работает, главным инженером. У Буланина? Ну да. Петр Нилович, Коля Зотов, он бог в электротехнике. Человек номер один во всем СССР по этому делу. Нет, не ошибся я в тебе, Михаил. Башка у тебя варит. Не заперто! Привет. Здравствуй. Я не вовремя? Да нет, чего. Проходи вон на диван, садись. Сейчас я домой тут чайник поставлю. Я решила посмотреть, как вы здесь живете. А мы чего? Мы нормально. Там Эдик спит в палисаднике. Алиска где-то с ординами играет. Я вон пол решила помыть, а то духота такая. А Николай как? Есть какие-то новости? Нет. Как странно, правда, куда он мог исчезнуть? Не знаю. Ну, а на работе он появляется? Нет. Чё тебе интересно-то так? Как? Был человек и нет человека. Мы все должны что-то делать. Так не бывает. Всяко бывает. Ну, хорошо. А я тебе денег привезла. Откуда деньги? Моисей передал. Говорит, не доедешь, они там с голоду умрут. А чем это мне надо? Почему надо? Я твоего мужа не первый год знаю, он за копейку удавится. Знаешь, что это надо? Ты деньги-то забери, знаешь, я подыхать буду, я от него денег не возьму. Не обижайся, от тебя бы взяла. А если он от чистого сердца? Чего? Ой, господи, от чистого сердца, да не верится что-то. Че он тебя послал-то, Рахиль, расскажи. Ты не видишь, что я сама пришла? Да перестань ты. Ты без его разрешения шаг-то ступить не можешь. Что, я не знаю, что ли? Ладно, что-то ему надо от меня. Может, ему эта квартира моя нужна, а? Может, он меня с детьми на улицу хочет выгнать? Слушай, ты ему передаешь, что если что, то и без Николая есть кого заступиться. Че, зарежь ты в подворотне, все тут? Так и передай. Да садись, что ты встал-то? Сейчас я чайник поставлю, чай будем пить. Маруся, ко мне никого. Ни с кем не соединяй. И чтобы в прихожей тоже никого. Хорошо. Чай пей. И давай так. Или ты мне все как на духу, или топай отсюда. За дурака меня не держи. Договорились? Не договорились.
Вы меня не знаете, я вас тоже. С чего это буду с вами, как на духу? Я на твой завод вчера ездил. Пересажали там всех. Всех главных специалистов, всех начальников цехов, бухгалтерию всю. Повезло тебе, что к Михаилу сбежал. Повезло. Куда уж больше. Вместо меня жену взяли. Правда? Байки к вам пришел шутить. И что ты собираешься делать? Наверное, идти нужно. Выручать. Может, тогда ее отпустят. Детей у нас двое. Маленький. Еще грудничок. Ну, дела. Буланинских рук дело. Неспроста он на повышение пошел. Давай пошлю к тебе человечка. Может, отпустили ее? Нет, не надо. Не надо в это дело лишних людей впутывать. У меня во дворе барыня живет. У нее телефон есть. Я позвоню, может быть, узнаю что-нибудь. Звони. Рискуете. Номер телефона. К-7-3220. Маруся, соедини меня срочно с Москвой. Телефон К-7-3220. Фамилия? Кашевская. Кашевская. Жду. Ты член партии? Нет. Это упрощает дело. Документы из Москвы привез? Да, паспорт. А трудовая там осталась. Давай паспорт. Нет, пока с Москвой не переговорю, не дам. Не дури! Нельзя тебе сейчас в НКВД. Сейчас под горячую руку попадешь. Не потому говорю, что ты мне нужен. Буланина председателем Моссовета назначили. Кому поверят, ему или тебе? Все равно пойду. Нужно жену выручать. Да-да, я. Говори. Как можно короче. Алло? Прасковья Карловна? Здравствуйте. Это, говорит, Зотов Николай из 17-й квартиры. Помните, я вам зимой утюг чинил? Да. Работает? Да. Вы мою жену знаете? Людмилу. Очень красивая. Вы ее давно видели? Час назад. Зардой. Вы ничего не путаете? Нет, нет. Спасибо. Извините за беспокойство. Возьмите паспорт. Сборочный пойдешь. Числиться будешь слесарем. А на самом деле главным технологом по электрооборудованию. Все твои распоряжения будут выполняться. Веди себя тихо. Оглядывайся. Комната будет отдельная. С Михаилом дружбу не афишируй. Послезавтра на работу. Ступай. Спасибо. Удивляйся тебе, Свет, что не день новый мужик. Я как представлю, меня тошнит. Ну и дура.
Другой раз такой попадешь, что хоть сейчас замуж выходи. Ну и чё ты не идешь? Не зовут. Да и позвали б не пошла бы. Через месяц тоски на стенку полезла. Я разнообразие люблю. Привет, Светка. Какая тебе Светка? Люблю тебя гриба, налью. Я сама налью. Поморд тебе. Тряпкой ссаной Светку нашел. Светлана Васильевна, я тебе. Вкусно. Продавать надо. 10 копеек. Стакан. Коммерсант. Тебя барыня искала. Какая точнее, позвала. Барыня? Какая барыня? У нас тут одна барыня в дворе. Кашевская. Тоже еще. Что ей от меня надо? Не сказала. Сказала только, позови Людмилу за 17-го. И на мороженое дала. На мороженое, положим, сам выпросил. А пойдешь за ним и нам с Людкой принеси. Да лесу жара. Сухого льда попросишь. Деньги давай. Скорее удавишься, чем двух красивых женщин угостишь. Удавлюсь. Свет, я схожу в суп, посмотришь? Посмотрю, иди я. Ты бы уж совсем разделась. Ну, баба, смерть империализма. Да не гляди, а то, видишь, вылупился. Играй давай, у тебя ждем, приходи. Вот, быстро ты бегаешь. Ну, я играю, ты видишь, сама. Проходите, деточка. Может быть, чаю? Да какой сейчас чай, жара? Азиаты в жару пьют горячий чай. Но мы же не азиаты. Час назад ко мне звонил ваш муж. Коля звонил? Вам? А чего же меня не позвали? Прасковья Карловна, вы даете, так час прошел, вы не мычите, не тельтесь. Ну, во-первых, он вас к телефону не звал. Во-вторых, я не уверена, что он хотел, чтобы я вам сообщила об этом звонке. Вероятно, он просто хотел узнать, вернулись ли вы домой из этой организации. Откуда он звонил? Я не поняла. Из Коломны? Я же сказала, я не расслышала. Вы не доверяете мне? Жене? Я в своей жизни разного повидала. А что он еще говорил? Больше ничего. Разговор был очень короткий. У нас двое детей. Неужели вы думаете, оттуда что я могу... Оттуда мало кто возвращается. Это все равно, что вернуться с того света. Деточка, я все сказала. Ты бы уж совсем разделась. Ну, баба, смерть империализма. Да не гляди, а то, видишь, вылупился. Проходите, деточка. Может быть, чаю? Да какой сейчас чай, жара? Азиаты в жару пьют горячий чай. Но мы же не азиаты. Час назад ко мне звонил ваш муж. Коля звонил? Вам? А чего же меня не позвали? Прасковья Карловна, вы даете, так час прошел, вы не мычите, не тельтесь. Ну, во-первых, он вас к телефону не звал. Во-вторых, я не уверена, что он хотел, чтобы я вам сообщила об этом звонке. Вероятно, он просто хотел узнать, вернулись ли вы домой из этой организации. Откуда он звонил? Я не поняла. Из Коломны? Я же сказала, я не расслышала. Вы не доверяете мне? Жене?
Я в своей жизни разного повидала. А что он еще говорил? Больше ничего. Разговор был очень короткий. У нас двое детей. Неужели вы думаете, что я могу... мало кто возвращается. Это все равно, что вернуться с того света. Деточка, я все сказала. Лиза, прекрати. Это плохо кончится, ты что-то разобьешь. Люда, скажи ей, ты все-таки мать. Лиза, аккуратней. Какая-то бандитка растет. А что есть у кого? Дедик. Спит. У бабы Дуни я отнесла. Невозможно, они такой крик подняли. У меня заболело сердце. Мерзавка! Что ты наделала? Это кузнецовский фаянс мне остался от мамы. Он стоит кучу денег. Маленькая сволочь! Я сейчас тебе так задницу додеру, что ты долго не сможешь сидеть! Ты пальцем не тронешь мою дочь. Из-за какой-то паршивой тарелки ты поносишь ребенка последними словами. Почему так сделала? Иди погуляй. Я с тобой потом поговорю. Я не имею права в этом доме высказать своего мнения. Я должна смотреть на все это безобразие и молчать. Хорошо, я буду молчать. Мама, я прислушиваюсь к твоему мнению. Но это мои дети. И как и когда их наказывать, это мое дело. А орать на них или, не дай бог, рукоприкладствовать я тебе не позволю. Я никогда, доченька, не думала, что на старости лет у нас с тобой будут такие отношения. Ты относишься ко мне хуже, чем к Зарде. Она-то, я думаю, знает, где скрывается твой муженек, а ты мне сказать боишься. Мама, я не знаю, где он. Врешь! Все ты знаешь! Не держи меня за идиотку! Ты просто мне не доверяешь, а ведь ближе человека, чем я, нету! Господи, мама, все семьи, как семья у нас! И вообще у твоего муженька есть чувство ответственности перед тобой, перед детьми. В конце концов, не может же он всю жизнь скрываться, что он такого натворил? О, Господи! Настоящий мужчина и хороший отец давно уже объявился. Прекрати ты, ради бога, а! И не называй моего Коля муженек. Че у вас грохнуло-то? Тарелка, что ли? Иди, Бабдунь, без тебя тошно. Да ничего. Посуд пьется, к счастью. Ай. Слушай, это... К Ленке ейный хахаль пришел. И что? Но Ленки дома нету. Ну, я боюсь, как бы он чего плохого не сделал. Нинке-то... Он такой кобель поганый, давно к ней прицеливается. Он не щекотит, она хохочет. Не смей ходить! Не твое дело, не вмешивайся!
Отсекайся! Что? Кому сказала, открой! Пойди! Открой, я сказала! Ты чего, тварь, творишь, да? Чудовская морда! Давлю, гнида! Тварь, я тебя... Ты чё, сука? Валяй отсюда! Отдайте, тварь! Сволочь! На, тварь, одевайся! Что я тебя не видела! Нормально? Чё ты ржёшь? Чё ржёшь? Светка, ты на Бабу-Ягу похожа. На себя посмотри. А представляешь, мы бы не успели, она бы залетела. Ну и что залетела бы, аборт бы сделала. Сейчас такие разрешены. Руку давай. Вот если бы ей понравилось, вот это да, вот это беда. Знаешь, сколько любителей бы нашлось? Она под любого мужика залезть была готова бы. Ладно. Пойду я дверь там закрою, а то вдруг эта тварь вернется. Да не вернется, ты ему, по-моему, все яйца расколотила. Врезала, по крайней мере, от души. Чего? На сладенькое потянул, да? Садись. Два. Тут, Николай, такое дело. Я стат, понимаешь, на пульте сгорел. Как сгорел? Вот так твою мать и сгорел. Он на 220 рассчитан. А Натан его на 380 подключил. Ты каким местом думал, Натан? М? Вы со мной так, потому что он пришел. Слесарь. Он такой же слесарь, как я, лорд Керзон. Ты меня прости, Натан, но я тебя больше покрывать не стану. Это понятно, что мы уже сроки заваливаем. И я буду вынужден написать рапорт. Предупреждаю, я тоже молчать не стану. Слесарь. Слышь, Натан, закрой пасть, а? Ты же меня знаешь. У нас производство опасное. Можно случайно под вагонетку попасть. Или груз с крюка сорвется. Всякое может случиться. Ты гляди, Натан. А вот так вот со мной разговаривать не надо. Все слышали? Никитин угрожает мне физической расправой. Михаил просто предупредил тебя о соблюдении правил безопасности. И вообще, мужики, не надо ругаться. Надо думать, что делать. Знаю я эти реостаты. Катушку перемотаем, вот и все. А сколько на это времени потребуется? Тут приспособление нужно будет простенько изготовить. Сегодня ночью начерчу. У нас в механическом толковые мужики есть. Ну? Ну, за день изготовят, день на перемотку. Я думаю, никого из цеха на это дело отвлекать не нужно. Из того же механического пару слесарей взять. И на графике сборки это не отразится. Михаил, с меня пол-литра. Это ты вон ему ставь. Легко отделался пол-литра. А с тебя, Натан, вообще две бутылки, понял? Никитин, а ты же у нас спортсмен, ты вообще не пьешь. Это я на свои не пью, а на дармовщинку всегда пожалуйста. В Москву не собираешься? Когда? Верка уже жалуется. Я ее раз в неделю вижу. Говорит, заведу себе хахаля в бухгалтерии. Есть, говорит, соломенные вдовы, а я соломенная любовница. Придется самому. Ладно, закончим с генератором и съезжу. Коль, ты чокнулся? Тебе на виду все время надо быть. Да и когда ты поедешь? Выходные отменили. Мои без гроша сидят. Надо денег передать. Ну, пошли перевод. Да перевод нельзя, там паспорт нужно предъявить. Что-то другое бы придумать. Что придумать-то? Ну, не знаю. Съезжу как-нибудь ночью, незаметно. Значит так, Коль. Пойду-ка я к Еронину.
и командировку у него в Москву выпрошу. Да нет, Ероня не даст. Уговорю как-нибудь, навру что-нибудь. Скажу, что бабушка помирает. У тебя бабушка есть? Ты же знаешь, что нету. Я круглый сирота. Да нет, Еронину нужно правду говорить. Он про тебя и так все знает. Какого цвета у тебя подштаники, скажет. Ему врать себе дороже. Иду, иду! О! Где ж-то вы, господа товарищи, по ночам шляетесь? Верка вон сегодня в парикмахерскую бегала, котлеты жарила, а вас нет как нет. Неужто ты, Михаил, себе новую краль на стороне завел? Ой, не права ты, Клавдия, ну не права. Если вот я решу Верку разлюбить, неужели я у себя дома не найду подходящую эту кандидатуру? Так, Зотов, переселяйся в 17-ю. О! Из дирекции распорядились. Ага. Верка уже где-то прослышала, что ты снова сегодня один. Так что будь готов к труду и обороне. Миша, ты? Заходи. Можно? Не спим? Свет жжем? Я на улице-то вышла, только твое окно горит. Работа срочная. О, работа у него. Ты вроде как на заводе слесарем зачислен. Слесарь свой отработал, стакан принял, и хоть трава не расти. А ты, как погляжу, все чего-то рисуешь, что-то считаешь. Чудно. Чаю хотите? У меня карамель есть, гусиные лапки. Не откажусь. Чисто живешь. В грязи работается плохо. Вами, Николай Матвеевич, многие интересуются. Ну, чем я такой интересный? Ну, как же. Не пьющий, видный мужчина. Говорят, на заводе авторитетом пользуетесь. Многие женщины справки наводят. И некоторые мужчины тоже. Мужчины? Странно. Участковый наш. Ну, вот этот, из управления. Не пьянствуете? Женским полом не интересуетесь? Странно. Ну, коли так, пойду в загул завтра же. Подерусь с кем-нибудь. Не получится у вас. А правда? А чего вы женским полом не интересуетесь? Клавдия Петровна. Не пугаешь, Коля. Что там, подарок? Коль. Что ты делаешь? Это мне. Тебе, кому ж еще? Коля. Слушай. Слушай, у меня день рождения-то в августе только. Ну, подарки дарят не только на день рождения. Сейчас. Коль, малы. Как малы? Ну, так малы. Ну-ка, сними. Может, на колодку?
Чего? Бумагу-то вытащили. Всю. Там тоже. Так. Ну? Так, сейчас. Ну, встань. Встань, встань. Вообще. Коля. Коля. А? Как сметане. Спасибо. Я могу быть с вами откровенным? Конечно. Меня с некоторых пор женщины как бы это перестали интересовать. Как это? А вот так случилось. Болезнь, что ли, какая? Да не знаю. Теперь меня влечет к представителям моего пола. Неужто к мужикам? Ну, вот. Вот такое бывает. Да врешь ты все. Да никогда я не поверю. А? Да я мужика чую. Клавдия Петровна, вы человек опытный, сообразительный. И любопытные товарищи от меня отстанут. И вам, и мне легче жить будет. Так ведь это статья. Доказывать надо, Марокко. Напраслину на себя возводите. Пойду я. Вы конфеты-то возьмите. И не сердитесь на меня. Вы мне очень симпатичны. Не переживай. Скажу, как просишь. Только врешь ты все. Батончик. Следующий. Батончик, пожалуйста. Гражданка Зотова? Я? Не Зотова. Простите, вы Людмила Зотова. Да не Зотова, я сказал тебе. Хорошо. Какая ваша фамилия? А ты кто такая, чтобы я тебе говорил свою фамилию? Прекратите привлекать внимание, это не ваших интересов. Шлап ты, привязался, как банный лист к жопе. Я к вам, от следователя Маркелова. Ну? Пойдемте в сквер, там поговорим. Да некто мне говорит здесь. Ну хорошо. Здесь так здесь. В среду в 8 вечера вы должны быть по адресу Хлебный переулок, дом 7, квартира 24. 8 вечера, а что так поздно? Не знаю. Товарищу Маркелову виднее, когда с такими дамами, как вы, встречаться. В баньку сходите. Скажи своему товарищу Маркелову, чтобы он тебя больше ко мне не посылал. Вот вы ему сами завтра это и скажете. Слушай, ты, я б тебя мараться не стану. Попрошу, как у тебя рожу разукрасить. Продать тебя и так не ахти. Вали от меня. Вы пожалеете, у вас неприятности будут. Ладно, я тебе сейчас сама косметику поправлю. А где еще быть? А Варда? На стоянке работает. Выходи, я дома. Ты в комнату иди. А я об Журкину задницу всю руку себе отбила. Я ей говорю, ты же уже взрослая, ну убралась бы в доме.
Сколько можно в таком бардаке жить? Не, хоть кол на голове тиши. А что такая грустная? Так, это что такое, а? А я кофе сварила. Могу я себя побаловать? Сейчас принесу. Ах, какой запах. Нет, все-таки только страстная женщина умеет варить настоящий кофе. Только которая знает толк в любви. Мой Варда ни на что не способен без чашечки моего кофе. Ну, что случилось, подруга? Вызывают. Куда, на Лубянку? Нет, в Хлебный. Тут рядом обыкновенная квартира. Ну, это ж не страшно. Это значит, точно не заметут. Сексотка, наверное, хотят сделать. Обычная вещь. Среди наших вон половина сексотов. Так тихо, я сказала! Кто там шумит? Вот тебе! Еще и деньги могут начать платить. Ленке ваши платят, я точно знаю. Да я боюсь, не только для этого вызывают. Следователь тебе рассказывал с Лубянки, которую допрашивал. Кобелина. Думаю, в койку поволокет. Мужик-то хоть ничего? Зар, ты дура? Тошнит, как подумаю. Может, не ходить? Ну как так не ходить? Не ходить. Это ж власть. Ты вот что. Ты водки у него потребуй. Напейся до чертиков, чтобы вообще ничего не помнить. Ну и все. Ну а что делать-то? У тебя ж дети. Ты же их не бросишь. Не, не смогу я. Не дамся. Я себя знаю, я себя не контролирую. Посадит он тебя. Возьмешь детей? Нет, на помойку выброшу. Так, тихо! Ты посмотри, а ты посмотри, а. Я кому сказала тихо? Так, ну-ка, успокоились. Сильва, ну-ка, ложись на место. Тихо! Слушай, а вообще мысль есть одна. Знаешь что? Если до этого дойдет... Еще стакан дайте. Спасибо.
опаздываете, Людмила Ильична, опаздываете. Дайте-ка я за вами поухаживаю. Так. Так. Пожалуйста, садитесь. Сюда? Да. Жизнь сплошная писанина. Вот бумага. Берите перо и пишите. Что писать? Под диктовочку. Под диктовочку. Я. Ничего, ничего, не волнуйтесь. Я. Я. Альперова. Альперова. Людмила Осиповна. Обязуюсь быть нештатным, секретным сотрудником и большими буквами НКВД. Точка. Сегодняшнее число. Подпись. Благодарю вас. Вот деньги. А деньги за что? Аванс. Детей же надо кормить как-нибудь. Вот. Отработайте. Пишите. Получила от сотрудника Маркелова АИ 300 рублей. Сегодняшнее число, подпись. Побыстрее, пожалуйста, времени в обрез. Благодарю вас. А мужу что-нибудь известно за эти дни? Нет. А вам? Дайте так. Вопросы здесь задаю только я. Хорошо? Он вам дал о себе знать как-нибудь? Нет. Смотрите. Будете скрывать, станете соучастницей. Зачем мне этого скрывать? Я вам сама, кажется, заявление накатала. Без всякого принуждения. Да, заявление, да, да. За это вам большое наше человеческое спасибо. И от меня лично, и от руководства. Мы вами гордимся. Деньги за это, значит? Ну, и за это. Но деньги ведь никогда лишними не бывают, верно? Пригодятся. Но я могу идти. А куда вы так торопитесь? Так вы же сами сказали, торопитесь, времени в обрез. Это я сказал, чтобы побыстрее закончить деловую часть нашего с вами разговора. С сегодняшнего дня вы стали секретным сотрудником наших славных органов. Предлагаю это дело отметить. А проще говоря, предлагаю выпить. Вот. Стаканчики, правда, граненые. Зато коньячок настоящий. Я из этого стакан пить не буду. А что такое? Помада. Ну, служебные квартиры, что же вы хотели? Вот люди, да? Вот работнички. Выпьют. А вот убрать за собой не догадаются. Нет, чтоб сполоснуть. Вы знаете, я с вами согласен. Я сам человек брезгливый. Сейчас, сейчас. Вот, зараза, главное не оттирается. А? Чисто. Извините за прокол. Ну, как говорится, с почином. Первую пьют до дна. Закусить? Напоить хотите? А чего хорошего пьяной женщине? Вот интересный вы человек, Людмила Осиповна. Никак я вас не пойму. Чего вам непонятного? Не боитесь. Вот все боятся. Мужчины, женщины. Через эти руки уж такие орлы проходили. И боялись. А как боялись? Не только мы плакали от страха уж. Извините за подробности. Под себя ходили. Да боюсь я. Успокойся. Все вы мне врете. И про мужа врете. И про все остальное. Только знаете что? Мне на это наплевать. Я предлагаю выпить на брудершафт, чтобы мы на ты перешли. Меня, кстати, Лешей зовут. Знаете как? Руки скрестить. Берите. Вот так вот скрещиваем и пьем до дна.
3-4. Закусочка. Торопитесь. Надо сказать, торопишься, Леша? Вот так надо говорить. Мы с тобой на «ты» перешли. Люб, а времени потому что в обрез. В обрез, мой хороший, в обрез. А может, мы все равно найдем. С тобой, без тебя все равно найдем, Люд. Так что вдова ты у меня, понимаешь? Вдова. Ты? Ну какая же ты вдова, Люд? Ну ты посмотри на себя, молодая, красивая, горячая. А? Один же раз живем, а, Люд? Там диван есть, что послать? А, да, там бы плед да, в коридоре, конечно. Что ж голышами? Разденься пока. Или телосложения своего стесняешься? Вот Людка, вот паразитка. Люблю таких. Ой, люблю. Конечно, разденься, Людка. Иди ко мне. Иди скорее. Ну, иди ко мне. Спиной повернись. А, ты что, мне смотрины устроила? Ах, ты затронка-то. Ну. И, а давай еще выпьем. Ах ты, сука! Не подходи ко мне! Ах ты, сука! Вот так, значит, да? Вот так, значит. Слушай меня. Хорошо, хорошо. Слушай меня! Вот как, значит, да? Ну что ж, хорошо. Но только сегодня же ночью и жди, понимаешь? Ты где ты? Я сегодня же. Сегодня же ночью? Писать буду. Тебе небо совчинку... Да блин! В отдел к тебе, слышишь? Не покажется! Засранка какая, а? Нет, ты уж поверь мне, милая. Я тебе верю. Я только тебе арестовку меня не советую. А, советчиц. Зря улыбишься. Завтра же утром письмо пойдет начальникам твоим. Как ты на государственной квартире ты голышом передам. Ага. Как соблазнить меня, изнасиловать хотел под видом оперативной работы. Тебе пасыкухи поверят. Кто? Да еще как поверят. Тебе. Они же тебя спросят, откуда арестованная знает, что у тебя на жопе родимое пятно с пятиалтынной. Да твое письмо дальше участкова не уйдет. Значит, раздеться тебя попросят с особым интересом. Убирайся отсюда, к чертовой матери! Дрянь! Обо мне забудь. Я сегодня же письмо напишу. Хранить буду надежного человека, если со мной вдруг я... Пошли! Дура! Когда я пришла в комнату, он повернулся ко мне, я увидела его на заднице. Ну, здрасте. Ну, здрасте. Куда ты так будешь писать? Что такое? Мама, мама! Что мама, вы кричите? Какой пинают? Глаз? Мама, дети, мама, хорош мама, орать. Правда. Все, идите. Идите быстро, поиграйте там еще. Надо, чтобы начальнику было интересно читать, а ты как будто историю болезни сочиняешь. Пиши сама. Да я по-русски ошибок много сделаю. А я не знаю. Диктуй. Пиши. Давай. Так, пиши. Вернувшись в комнату... Вернувшись. Я увидел товарища Маркелова совершенно голым. Он стоял ко мне лицом, даже не пытаясь прикрыть свое причинное место. Место. Как я теперь понимаю, хотел произвести на меня впечатление. Хотя, честно говоря, гордиться им особенно нечем. Ну, ты прям писательница. А ты не отвлекайся. Подожди, гордиться особенно... Нечем. Угу. Потом он повернулся ко мне спиной. На левой ягодице? На левой ягодице. На левой. Так вот, пиши.
на левой ягодице. Я увидела у него родимое пятно. Размером с пятиалтынный, по форме напоминающий африканский континент. Африканский? Ну, это ты загнула. Ну, ладно, ладно, его будет интересно посмотреть. Пиши, пиши. Ну, хорошо, африканский континент. Не помня себя, я выбежала из комнаты. Маркелов, схватив револьвер. Подожди, он не хватал револьвер. Ну, вот еще. Схватив револьвер, так и пиши. Это важно. Маркелов, схватив револьвер. Схватив револьвер. Бросился за мной. Он грозился арестовать меня. Расстрелять. По счастью, входная дверь оказалась не заперта. И мне удалось выскочить на лестничную площадку. На лестничную площадку. Так как товарищ Маркелов был совершенно голый, он не решился преследовать меня. Так, теперь с новой строки. Уважаемый товарищ нарком. Женская застенчивость не позволяет мне описывать еще некоторые подробности относительно фигуры товарища Маркелова. Но если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что я пишу правду, я готов подтвердить вам это лично. Привет. О, здорово, Миш. Садись. Молоко будешь? Да я вообще-то обедал уже. Я тебе не обедать предлагаю, а молока. Ты такое молоко пробовал? М? Попробуй. Такое в магазинах не продают. Вкус какой-то странный. Ничего не странный. Козье молоко. Mm-hmm. Мне тут одна бабушка каждый день целую банку наливает. Я внуку ее велосипед починил, там еще. Смотри-ка, ты быстро с народом-то сходишься. Вон, в цеху тоже тебя все за своего принимают. Только разговорчики какие-то странные. А что, чего? Ну, что будто бы ты это, женщинами совсем не интересуешься. Так это ж хорошо. Значит, я морально устойчив. Ну, в общем, как будто ты... Ну, мужиками в этом смысле интересуешься, понимаешь? Интересно, кто про меня такое рассказывает, а? Верка. Она, знаешь, всякие заводские слухи собирает. В общем, она мне сказала, что про твоего друга говорит, точно знаю. И к тебе он тоже подкатывает. Ну, я ей как дал в глаз, у меня рука, знаешь, тяжелая. В общем, на это, больничный брала. Но это напрасно. У нас каждый человек имеет право думать о другом. Все, что ему заблагорассудится. По Конституции. Хватит мне мозги крутить. Заведи ты бабу себе, как нормальный мужик. Ну, слюдки-то не будет же. А может, меня очень даже устраивает, что мне такое говорят. Может, я сам о себе такой слух пустил. Ты что, рехнулся, что ли? Согласись, это многое объясняет. Почему с женой разошелся? Почему из Москвы сбежал? Почему числюсь рабочим, работаю инженером? Ты что, Коль, ты не понимаешь, это же, это статья же. Все-таки не антисоветчина. Уже легче. Ты понимаешь, что на меня уже даже косо смотрят? Ну, и ты с Веркой не дорабатываешь. Я тебе сейчас как врежу от всей души. Я не Верка. Сдачи дам. Когда ты успел-то такой слух про себя распустить? Тайна сия велика есть. Ты даешь. Слушай, Миш. А? У нас тут в конце месяца пару выходных обещают. Ну? Но я хоть мужиками интересуюсь, если Людку свою не вижу, умру. Слушай, есть у меня, в общем, у одной знакомой дача. Ну? В Танинке, ну, рядом с Москвой, только ты Верке не говори ничего. В общем, там жилье есть, можешь встретиться. Людка, дело есть. Сейчас все брошу. Говорю, дело, серьезно. Не просто так. Мне тоже боля с тобой точить некогда. Что у тебя? Пойдем на задний двор. У тебя мужики отсюда пялятся. Совсем уж взяла, разделась.
Совсем обнаглела, а? От горшка до вершка туда же. Вот скажу матери. Идешь или нет? Ну давай, идем. Че встал? Ну, что это? Деньги, я так думаю. О, какие деньги? Много как? Откуда? От верблюда. Мужик возле аптеки остановил, но я вас раньше увидел. Боксер. Мишка Никитин. Ты, говорит, Зардин будешь. Как зовут? Ну, я ему сказал. Он, говорит, Людми... конверт сует. Людмиле, говорит, передавай. И червонец мне сунул. Ну, чего там? Слушай, а ты его почерк? Ну что, поедешь? Зачем спрашиваешь? Записку сжечь надо. Адрес там сжечь. Запомнить нельзя. Умный какой. Там баба лохматая, какая? Все ходит за ней. Все, хватит. Ну, все, сделай свое дело и гуляй. Ну что, мам, вечно одно и то же повторяется. Мама! Иди отсюда, иди. Мама. Мама, это все, я больше так не могу. Нет, я могу, я просто больше не хочу. Мам, ты же всего не знаешь. Ты знаешь, что он меня бьет? Мама, он меня бьет так, чтобы не оставалось синяков, понимаешь? Я больше не хочу. Мама, я с собой что-нибудь сделаю, я тебе это обещаю. Что? Я клянусь. Ты что? Я с собой что-нибудь сделаю. Это страшный грех. Ну что? Не смей даже а думать. Я больше не хочу. Не только думать, говорить об этом нельзя. Надо не как-то жить. Надо как-то жить. Почему? Почему я должна жить как-то? Почему Людка живет, а я как-то? У нее дом, у нее семья, мама настоящая семья, у нее муж, муж любит. Он тебя тоже любит? Нет. Я знаю. Нет, мама, у нее дети, а у меня... Уйди от него, скажи, что уходишь от него. Куда? Пока поживем у Людмилы, она нас не прогонит, ты ее знаешь. Иди в телепостель, спать хочу. Сам постелишь, не развалишься. Что? Что слышал? Я здесь с матерью лягу, валетом. Что ты сказала, паскуда? Моисей, перестаньте выражаться. Рахиль подает на развод. Я больше терпеть не собираюсь. Не трогай меня. Все твои дамы скоро узнают, какая ты дрянь, как ты бьешь меня. Домработницу себе завел? На домработницу он бы руки не поднял. Между прочим, со временем эту квартиру придется разменять. Нам с дочкой нужно где-то жить. Софья Сергеевна, идите в комнату. Мне нужно с женой наедине поговорить. Пожалуйста. Рахиль, не позволяй ему хамить. Все, мама. Какая вожжа тебе под хвост попала? Это тебя мать против меня настроила? Это ты меня настроил против себя. Ты! Ты что думал, что я до конца дней половой тряпкой твоей буду? На, подавись. У нас в стране советская власть. И никому не дано над людьми издеваться. Завтра же пойду и напишу заявление на развод. Что ты так заерзал? Страшно? Остынь, Рахиль. Остынь. Прошу тебя. Может быть, я был в чем-то неправ. Может быть. Я согласен. Но ты же знаешь, какая у меня работа. Это же сплошные нервы, а не работа. Ты же знаешь. Ну, не кричи на меня. Послушай, Рахиль, пойдем спать. Ну, пойдем. Утро вечером. Руки. Мудренее. Ты больше не прикоснешься ко мне. Рахиль, ну, я прошу тебя. Пойдем. Иди. Иди, так лучше будет.
чем беда? В чем беда? Это просто чертина. Эдик, тихо, Эдик, больше тихо. Пойдем, Лиз. Тихо. Сейчас мы ждем раз. Все, давай. Слушай, Миш, у нас тут в конце месяца пару выходных обещают. Ну? Но я хоть мужиками интересуюсь, если Людку свою не вижу, умру. Слушай, есть у меня, в общем, у одной знакомой дача. Ну? В Танинке, ну, рядом с Москвой, только ты Верке не говори ничего. В общем, там жилье есть, можешь встретиться. Ну, чего там? Слушай, а ты его почерк? Ну что, поедешь? Зачем спрашиваешь? Шпионишь? Куда ты так рано собралась-то? Тебе какое дело? Да никакого мне дела. Ты вон всю квартиру перебудила, а мне вставать в 7. Тебе 5 алтыней дать? Зачем? Ну, чтобы не тратиться на автомат. Никогда не с тобой тут разговаривать. Что ж ты за человек-то такой, Лена, а? Что такое? Тебя Колька на работу устроила. Нинке твою первую группу выбил. Ну, конечно. Сколько тебе денег? Благодетельница ты, да? У тебя мужик как мужик и дети как дети. А ты вот с моим крестом поживи. Вытащили с Коленькой меня из петли в 33-м. Так теперь жалеете, небось, да? Угу. А ты хочешь, чтобы всем же так же плохо, как тебе было? Хочу, я хочу. Потому что мне полегче будет. А тебе, сучка, я не так покойно дам. Сука, только попробуй не стучи. И что? Прибью. Попробуй. Только кишка у тебя тонка.
че шумите-то, а? А я у Ленка в туалете заперла. Это зря. Ты бабду не отправь, пока я сейчас со двора уйду. Ну будь человеком, баба Дуня! Рожа жидовская! Ну мне ж там Нинка одна, ну скинь крючок! Ты что здесь делаешь? Мама сказала, чтобы я посмотрел, никто за тобой не пойдет. Да ну вас всех. Кому охота в такую рань вставать? Свободных мест, что ли, нет? Мы не девочками интересуемся. Мы хотели лишь ваш голосок услышать. Вы уж нас простите, а то знаете, как бывает, какая странность. То есть внешность, как у самой Целиковской, а вот голосок, как у бабы Яги. У вас и голос, и внешность, и... И поете вы, наверное, здорово. Спеть? Спойте, если желаете. Почему нет? Мы разбежались. Извините, ребят, мне одной нужно побыть. Вот только помню с политехнического. Вот. Надо будет пойти прямо-прямо по дорожке. Пройдете два перекрестка. Потом будет третий перекресток налево. И там будет болотное. Мама совсем не помогает? Нет, поссорились. Представляешь, Моисей прислал ко мне Рахиль, чтобы она узнала, где ты. Деньги ей дал. А ему-то какое дело? Я так думаю, задание ему дали, вот расстарался. Деньги взяла? Коль, ты что? Мне дали премию. Вам месяца на три хватит. Как эти диатез? Не прошел еще. Беда. Беда. Какая же это беда? Подумаешь, диатез. Не обязательно сегодня уезжать.
Что делать? Но у нас еще много времени. Когда мы в следующий раз увидимся? Я дам знать. Слушай, надо быть вдвое осторожнее, раз Ленка догадывается. Она обязательно донесет. Не надо было ее запирать. У тебя там никого не было? Я знаю, что никого. Я просто так спросила. Я же дура. Почему должны прятаться? Мы же никого не убили. Долго мы так будем прятаться всю Гоги, ты чего? Вот с дома мужик стоит. Тебя поджидает. Мама просил передать. Ты давно здесь стоишь? Давно. Иди домой. А ты? Я чуть попозже. Нехорошо, если нас вместе увидит. Тебе домой нельзя идти. А куда мне пойти? Ничего. Иди, Гоги, иди. Мама сказала, детей можно у нас сегодня оставить. Иди, Гоги. Они спят уже. Без задних ног. Здравствуйте, Людмила Осиповна. Рад вас видеть. А уж я-то как рада. Да, это хорошо. Домой не пригласите? Не приглашу. Ну тогда и без приглашения. Извините, служба. У вас не заперто. Где была? Весь день. С мужем ездила встречаться? А? Что молчишь? А, молчанку вздумали играть, да? Не получится. Где была? С мужем ездила перепихиваться, да, сучка? С мужем она перепихнулась, сучка. Ничего, ничего. Где у тебя кровать? А? За шкафом. Пошли. Пошли. Где там у тебя? Так.
хочешь меня? Давай. Ты же мокрая вся. Все, вставай. В управление поедем. Вставай, говорю. Куда? За трусами. Прости меня, Лена. Я не насильник какой-нибудь. У меня к тебе, может, намерения какие-то были. Откуда у тебя это? Ну-ка, опусти, ты не игрушка. Опусти. Ты же детей сиротами оставишь, тебя же стреляют, слышишь? Люд. Ну все. Ты же, тебя расстреляют, Люда, слышишь? Ну все, закрыл дело, слышишь? Все, я закрыл, я обещаю, закрыл дело, все. Обосрался, что ли? У меня желудок слабый с самого детства. Меня мальчишки напугали в детстве. Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти, я прошу тебя, Люда! Иди отсюда, мразь. Сейчас. Сейчас. Люд, слышь, ты... пусти. Совсем уже. Тихо, тихо, тихо. Вот. Все хорошо. Все хорошо. Все, он уже ушел. Так, 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 давай. Люд, все прошло. Все хорошо, Люд. Тихо, 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 моя хорошая, тихо. Люда, ты слышишь меня? Ну, давай, давай, давай. Дыши. Ну. Вот, вот. Вот. Хорошо, хорошо, он уже ушел. Все. Все, 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 все прошло. Все, моя хорошая, все. Все. Давай, давай, тише, тише. Поплачь, поплачь, Люд. Завтра в баню пойдем. Весь день будем париться. Все забудем. Ты видел? Ты видел, как он сейчас сбежал? Какой ошпаренный. Тише, тише, тише. Господи, господи, что же это такое, а? Я перестала существовать, слышишь? Это не дерьмо, как... Не слышу сейчас, как... Пришел этот слесарь из сборочного, Зотов. Давай его. Заходи. Давай пять. Садись, чаю хочешь? Нет, только что обедный перерыв закончился. Литр молока выпил. Выглядишь ничего. Похудела малость, но это тебе к лицу. Как работается? Нормально. Филонов тебя сильно хвалил. А ведь тепловоз ты мы к Ноябрьским все-таки выкатили. Сдали. Меня товарищ Калинин лично благодарил. В этом деле есть и твоя заслуга. Большая заслуга. Спасибо. Честно скажи,
ведь обидно тебе. Кому орден, кому грамота от правительства, кому квартира в новом доме, а тебе шиш, ведь так? Ну, если честно, есть малость. Молодец. Ясное дело, обидно. Я, Николай, о тебе не забыл. Сам понимаешь. Не мог я тебя ни к ордену, ни к грамоте представить. Проверяют там все тщательно. И поехал бы ты не к Михаилу Ивановичу за орденом, а совсем в другом направлении. Но не отметить тебя я не могу. Вот. Премия твоя из моего фонда. Знать об этом никто не должен, ты да я. Спасибо, Петр Нилович. С женой видишься? Один раз только. Ничего, Николай. Терпи. Как говорится, Бог терпел и нам велел. Ну, иди работай. Придет время, все закончится. Людка, спишь? Сплю. Поесть принести тебе? У меня супчики есть, картошечка жареная. Уморишь ведь себя. Не твоя ж забота. Люд. Прости меня, пожалуйста. Я просто очень разозлилась, что ты меня заперла. Я ведь, правда, без вас, Николаем, пропала бы. Ленка, уйди. Давай картошечки жареные. Как ты любишь со шкварками. Супчику с полтарелочки с хлебом. Странная ты. Сподличаешь, прощения просишь. Люд, ну говно я человек, я знаю. Ну, если надо, все равно. Давай я принесу сейчас. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога! Граждане, теперь мы для них граждане. Воздушная тревога! Да, наверное, опять учебная. Граждане, тебе что, настоящее нужно? Да в подвале страшнее, тревога, чем на улице. Все ребята граждане на крышах. А я как крыса в подвале. Мама, что такое воздушная тревога? Там, Лиза, ребята граждане побольше тебя. Мама, что такое воздушная тревога? Я тоже не маленькая. Петя на ее лупит. Вставай! Она сирены боится. Пойду успокою. Я Глобедунья. Не спокойно, вот дрянь такая. Никак мне не справиться. Ну что это?
Пойдешь? Я знаю, что для тебя есть. Ну-ка, посмотри. Посмотри. Сахарок. Как ты любишь. Ну, идем. Идем, идем. Все хорошо. Плащ. Руку сюда. Все, все, и говорить тут не об чем. Не пойду. Что я, крыса, в подвалах прятаться? А если бомба? Значит, так тому и быть. Зажилась, надо мне честь знать. А если не убьет покалечь, кто за тобой ходить будет? Лизавета мне всегда стакан воды и кусок хлеба подаст, а больше мне ничего не надобно. Слава богу, на характер мне в тебя, а в Николая подалась. Вот человек, и что он тебе только нашел. Ты, баб Дунь, за капитал, наверное, свои переживаешь? Боишься, украдут? А хоть бы и так. Зардина вон, а гальцы все время ко мне, все время в окошко заглядывают. А зачем? А потому что обчистить хотят, это ясно. Как у тебя, баб Дунь, только язык поворачивается такое говорить, а? Кто тебе карточки отоваривает, а? Ой. Кто в поликлинику за врачом бегает? Да они в окно глядят, чтобы знать, живот или нет. Участкова! Черт с тобой. Вали, вали в свои подвалы! Лиз. Зард. Слушай, а ты воду не взяла? Да зачем? Там и холодный кипяток в Титане, там все есть. Что-то не похоже на учебную, как думаешь, подруга? Спасибо. Страшно. А баба Дуня отказывается? Господи. Да чего, да конечно в какой. А Светка где? А Светка наша теперь вот сестрой с вами. О, работа как раз по ней, кругом мужики. Шучу. Молодец, молодец. Давай. Чего тебя так задануло-то? Да на кровати так успеется. Не могу, прям пыль здесь так. Дышать нечем. А что этот боги-паразит где-то там на крыше? Зажигалки гасит. Больше видеть или некому. Совсем где-то близко упал, Зард. Лиск! Лиск, ты как? Ника перепугалась. Хлеба дай. Она жрет, успокаивается. Возьми его вот здесь вот. Держи. Смотри, посмотри, смотри, что у меня есть. Господи, страшно-то как. Смотри, Гоги, у тебя совсем большой стал. Мужик. Ага. Жу. Хороший парень. Хороший. От твоего-то не слышно ничего. На работе надо устраиваться. Там карточки. Карточки будешь получать. На своих варежках ты много не заработаешь. А у меня много знакомых. Устроим куда-нибудь. Гоги! Паразит! Иди сюда! Ну, где ты был? Чего там? Как вы тут? Нормально. Сильно испугались? Нормально. Чего там? Немецкий самолет прорвался. Ну? Бомбу сбросил. Какую, большую? Не меньше тонн военных, говорят. Здание ТАСС попало. Памятник Тимирязеву отбросило к Бакалее. Ну? И на две части разорвало. Это что? В доме возле аптеки трещина образовалась от потолка до подвала. Так что можно туда голову легко просунуть. Чего, пробовал, что ли? Да. Говорят, никто не умер. Вот, пяти где-то, пять контузило, и ни одного не умер. Нашими войсками на день боев подбито и уничтожено 96 немецких танков. По неполным данным воздушных боях и зенитной артиллерии... Завтра пойду в военкомат. Дуракам закон не писан, у тебя же бронь. Не могу больше, все. Нервишки сдают. Сколько можно прятаться? Коль, пойдем поговорим. Коль, ты что, не понимаешь? Ты до фронта даже не доедешь. Тебя ж подбили рученьки и на цукундер, или шлепнут по законам военного времени. Все может быть. А может, и пронесет. Ты же не стоишь на военном учете. Как ты объяснишь, что ты не стоишь на военном учете? Ты что, с ума сошел? Ты сам подумай. Нам в следующем квартале нужно выкатить два бронепоезда. Там электрооборудование выше крыши. Ты здесь нужнее, чем на фронте. Ты не доедешь ты до фронта, ну помяни мои слова. И посуди своими правильными мозгами, каково мне. 3 года я тише воды, ниже травы. Двойная жизнь. Числюсь рабочим, работаю инженером. Комиком себя пред людьми выставил. С женой раз в год вижу, детей увижу, не узнаю. Бежал. С
спасался от незаслуженной пули в затылок. Но теперь все изменилось. Вон люди уходят на фронт, родину защищать. Жен, матерей, детей. А я все прячусь. И выходит, что уже не просто так прячусь, а за их спинами. Тут другой коленкор получается. Как ни крути, подлостью попали. Заметут тебя, Коля. Честно все расскажу. Вот тогда точно заметут. Ну, чему быть, того не виноват. Ладно. Ну, что там? Голодом не ходите, формалисты страшные. Вот. Если до призыва остался, так пошел вот. А вот лейтенант Свешников, вот человек. Че, в какие войска? Домой прощаться допускают. Меня в артиллерийское училище 6-месячное. Так, глядишь, вот. Война кончится, а ты все учишься. Не знаю, а знал бы и не сказал. Следующий. Садитесь. Повестка, документы. Я добровольно. С паровоза строительного. У меня бронь. Что тогда пришли? От работы отрывайте. Идите. Товарищ полковник, я хочу на фронт. Кем работаете? Специалист по монтажу электрооборудования. Почти 3 года не вставали на учет, так? Так. Подсудное дело. Я знаю. Почему же пошли на такое? Иначе не мог. Меня должны были арестовать. За что? За подготовку покушения на товарища Ворошилова. Были с ним знакомы? 2 раза на демонстрации видел. А как в Коломне оказались? Приехал. Все равно было, куда ехать. Как же вас здесь на работу взяли? Очень нужен был специалист моего профиля. Ну и зачем же вам на фронт? Может, перебежать задумали? Уйти от наказания? Я похож на перебежчика. Откуда мне знать, что у вас здесь? Подойдитесь к немцам, меня под расстрел. Я вот сейчас вестового вызову и арестую вас. Ваше право. Явился с чистосердечным признанием. Я военный, а не работник органов. Семья есть? Да. Жена, 2 детей. Как же они эти 3 года? Деньги им отправлял. Не боялись, что выследят вас? Меня никто не искал. Звание старший лейтенант. Так точно. Должность заместитель командира батальона по технической части. Как раз имею запрос на эту должность. Из Борисова, из бронетанковой бригады. Значит, говорите, Еронин знал ваши обстоятельства? Нет, я такого не говорил. Как же он вас на завод взял? Режимное предприятие. Меня отдел кадров взял. Директор не будет каждым слесарем заниматься. А я у него все-таки спрошу. Полковник Колотов из военного комиссариата. С директором завода соедините. А вы назовите ему мою фамилию Колотов. Полковник Колотов. Петр Нилович? Я.
стало быть, помните еще? В военкомате небо копчу. Так вот, что теперь поделаешь? У меня к вам вот какой вопрос. Передо мной здесь стоит рабочий ваш, Зотов Николай Матвеевич. Просится в действующую армию. Гнать? На заводе нужен? У него с документами полный ералаш. Нет, на вас не ссылается. Нет. Встретиться бы надо. По рюмочке чая выпить, поговорить. Миша тяжело заболел. В 38-м. И Костя. Из наших, кроме вас, никого. Пустыня. Спасибо. И вам тоже. Угу. Ну что мне прикажете с вами делать? А если вы в плен попадете? Даже не по своей воле. Раненый там или еще как. Найдется какая-нибудь сволочь, меня в пособничестве обвинят. А это вышка. Я понимаю. Да ни черта ты не понимаешь. Он понимает, у меня жена инвалид. Ладно бы еще в бою погибнуть. А то из-за какого-то... Ну и нет, так и нет! Что тогда толковать? Давайте, зовите. Заткнись! Поедешь в Борисов. Вот направление. Спасибо. Садитесь. Медкомиссию прошли? Так точно. Пойдете в 8-ю комнату, получите обмундирование и к 2 часам на станцию, там у нас развернут сборный пункт. Получите проездные документы и сухой паёк. Все, идите. Слушаюсь, товарищ полковник. Спасибо, дружище. Давай. И тебе, как в песне, если смерти, то мгновенной, если раны, небольшой. У тебя же броня, Николай. Клавдия, ну какая без меня война? Давайте-ка ключи. Немцы, как увидят такого бравого вояку, так сразу в штаны наложат.
в тамбур пустили. Не знаете, далеко до фронта? Сам-то откуда? Из Коломны. А я ленинградский, потомственный мостостроитель. Каков Иван Игнатьевич. Зотов. Шоколаде. Как думаешь, прилетят сегодня немцы? А кто их знает? Вчера не было. Вчера пошел за хлебом. Твоему повязка не пришла? Запретили наших в армию брать. Конечно. Даже те, кто добровольно, не берут. Говорят, сам Сталин распорядился, чтобы из тех народов, где людей из гулькин нос, мужиков в армию не призывали. Вчера никаких ром
Вот так, подруга. Вот так. Послушай меня, Зарт. Мне позавчера треугольник от Николая пришел. По почте. Да ты что? Пишет, что на войну пошел добровольцем. Ума не приложу, как он выкрутился. Его сразу же в военкомате должны были загрести. Да сейчас везде такой бардак. Ты что, я думаю, там не до твоего Николая было. Привет, подруги, как жизнь молодая? Скучноватая жизнь, Светка. Не то, что у некоторых. Все для фронта, все для победы. Молодец, Свет! Правильно делает. Надо для этих мальчишек награду почище ордена. Да. Кстати, следователь, ты не объявлялся? Нет, слава богу. Сработало наше письмо. А может, его в живых уже нет? Их там на Лубянке через одного перестреляли. На работу тебе надо. Да ну тебя. Да. Есть тут одно место и недалеко совсем, на Малобронной. Продуктовая база, счетоводом. Счетоводом? Да. Но я смогу, я счетоводом никогда не работала. Сможешь. Только ты с тем, что вынесешь, не влипни. 8 лет. А директор с вардой в корешах. Кобель, говорит, страшный, но мужик все-таки не злой. Ты сможешь там отовариваться, ну и давать будут кое-что. Перестань, ты ничего я брать не буду. Будешь. Куда ты денешься? Там все берут. Не будешь брать, подумают, что качка выгонят. Господи, что же делать? Жить. Детей растить. Ты, между прочим, за них в ответе будешь перед Николаем. Муж вернется. Заживете, как в сказке. Вернется. Райбас. Вы кто такие? Красноармейцы. Чамбаев и Кулеев. 3 дня не кушали. Очень хотим кушать. У тебя нет покушать, а? А вы почему за него отвечаете? А он по-русски не понимает, только по-казахски. Винтовки снимайте. Ага. И кладите. Вот ты уж ты. Три дня не ели, говорите? Да. Есть? Сало едите? Я кушаю, а он нет. Мусульманин. Ладно. Тушенку будет есть. Ач. Аж сам. Садитесь. Ага. В лесу долго ходите? Су. Вода, пейте. Спасибо. 2 недели ходим. Людей много встречали. Начальников много. Люди могут друг друга кушать. Немцы стреляют. Страшно. Ну, а теперь куда? Хайдем, барыш. Жубарарус. Таксик буру. С тобой пойдем, начальник. Куда ты, туда и мы. Ты же настоящий начальник. Вон у тебя наган есть, вон кубики есть. Не жадный, вон Кулеев охотник, а я следопыт. Будешь наш начальник. Куда ты, туда и мы. Ты же настоящий начальник.